В минувшие выходные в городском доме культуры образцовый танцевальный коллектив «Палитра» выступил перед зрителями с отчетным концертом. В программе значилось более двух десятков номеров, в их числе и постановки, благодаря которым лабытнанские танцоры становились победителями всероссийских и международных конкурсов. «Северные узоры» – первый номер программы. Ответственность открывать отчетный концерт возложена на ребят из старшей группы «Палитры». Пока они под звуки шаманских бубнов танцы рассказывали о жизни северных народов, другие за кулисами с волнением ожидали своего выхода на сцену. Им есть о чем рассказать зрителям. Позади еще один творческий сезон. Он был трудным и интересным одновременно. Этот год, во-первых, сумасшедше насыщенный. Начиная с мая месяца 2013 года уже начался этот год, потому что май вот закончился. Дельфийские игры, Новосибирск, юность Москва, зеленая неделя в Берлине, две окружных полярных, наша и окружная. И Сочи. Сумасшедший, просто насыщенный год, очень тяжелый. И физически, и эмоционально. Но вот достойно дошли до финала. Этим ребятам, несмотря на их юный возраст, доводилось выступать на концертных площадках самого разного уровня. Они объездили всю Европу, бывали в разных уголках России и Ямала, брали гран-при самых престижных международных конкурсов и фестивалей. И тем не менее, одним из самых ответственных, по их мнению, мероприятий по-прежнему остается отчетный концерт. Так как аплодируют им лабытнанские зрители, больше не аплодируют нигде. Тем более, что для некоторых из палитровцев отчетный концерт традиционно становится последним в составе любимого коллектива. В этот раз на сцене 8 выпускников. Впечатление просто море. Зал аплодировал. Мы очень рады, что в этот последний день мы отдаем всю себя на эту сцену. Все свои эмоции, упражнения, движения выкладывают именно в этот день. Просто что-то нереальное. Это нельзя сравнить с чем-то. Это невозможно обнять, невозможно потрогать. Это то чувство, когда концерт еще не начался, кулисы закрыты, а ты уже стоишь, плачешь и понимаешь, что это все. Больше такого не будет. Наверное, каждому такое испытать хоть раз в жизни. Любовь любимого с палитрой связывает 7 лет. За это время были сотни концертов и десятки конкурсов самых разных уровней. Но самым запоминающимся для нее моментом так и остался самый первый выход на сцену. Самый первый раз на сцену я вышла с танцем «Подушечки». Это был мой самый первый раз на сцене. Я еще не умела танцевать, как мне кажется. У меня была ужасная прическа. Я махала всем своим друзьям в зал, несмотря на то, что это нельзя делать. Но в тот момент я поняла, что такое настоящее счастье. Оно здесь, века, это мой дом. Отчетный концерт – это своеобразный экзамен, на котором ребята демонстрируют все, чему они смогли научиться за прошедший год. В роли экзаменаторов, конечно, зрители. К слову о зрителях, в зале без преувеличения не было ни одного свободного места. Билеты были распроданы еще за неделю до самого концерта. Уже после выступления лабытнанцы признались, и время, и потраченные деньги окупились с лихвой. «Палитра» всегда очень профессионально выступает, очень интересно, ярко, насыщенно. Поэтому «Палитра» всегда на 5 с плюсом. Замечательно. Вообще все отлично, все здорово. Молодцы ребята, молодцы руководители на высшем уровне. Ну, вы сами не видели, тут слов нет. Тут просто действительно, я не знаю, и можем уже гастролировать давным-давно. То есть с любым выпуском, с этим, предыдущим, со следующими. Все шикарно, все на уровне. О, «Палитра» отлично. Это столько эмоций, такой заряд энергии вообще. И вообще ребята молодцы. Ну, отлично. Все понравилось. Концерт очень понравился. Уже 10-й год ходим, смотрим. Дочь на следующий год тоже будет выпускницей этого коллектива. Полную версию отчетного концерта образцового танцевального коллектива «Палитра» смотрите на канале лабытнанского телевидения в ближайшую субботу, 24 марта в 20:30.